Ну а после совещания Владимир Булавин отправился в турцентр. Там полпреду представили туристический потенциал и возможности Ненецкого округа. Туристическая сфера для нашего региона новая и достаточно перспективная. Сегодня в этой отрасли задействованы 30 организаций. Специалисты утверждают, с каждым годом интерес к территории, к тундре и красотам Ненецкого округа неизменно растет. Этот неразведанный потенциал необходимо развивать и реализовывать. Сегодня для этого нужны не только кадры и готовая инфраструктура, но сперва продуманная концепция. Ее и презентовала гостям заместитель губернатора Галина Медведева. Экстремальный и этнографический туризм, научные экспедиции, познавательные туры – это далеко не все направления, которые округ может предоставить туристам с большой земли. Но, пожалуй, самыми популярными пока остаются охота и рыбалка. Окружные туркомпании предлагают широкий спектр услуг по организации охотничьих как раз и рыболовных туров, которые различной продолжительности, различного уровня комфортности, о чем мы сейчас, в принципе, говорили, да, есть балки стационарные, где могут проживать охотники, есть вот, как мы говорим, чумы, где, несомненно, они живут в условиях реальной жизни оленеводов. По задумке администрации региона, к развитию туристической отрасли должен подключиться малый и средний бизнес. А это не только новые рабочие места, но и налоги в бюджет округа. Также в рамках поездки гостям предложили окунуться в атмосферу национального колорита в настоящем ненецком чуме. Владимир Булавин остался доволен и уверен в том, что туризм в НАО получит свое развитие.